Году в 2005 от Рождества Христова кинотеатр «Прибой», подобный птице «Феникс», вдруг восстал из пепла и превратился в центр современного искусства имени Сергея Курехина. И закипела, забурлила творческая жизнь в стенах, где когда-то мы смотрели «Белоснежку» и «Семь гномов», «Пиратов 20 века», «Кин-дза-дзу» и многое, многое другое. Загремели скифы фестивалищи, замелькали фильмы альтернативные. А в самом сердце всего храма культурного поселилась ансамбля прекрасная. Группа «Маркшейдер Кунст». Здесь родились альбомы «Кафе Бабалу» и «Утопия». «Трес Мучачи» записали «Ла Вида», а «Санкт-Петербургская джаз ревью» сочинили «Элефант Риги». Но заскрипел старый дом от усталости, запросил ремонта капитального. «Ладно», — говорят власти города, — «подлатаем тебя, центр Курехинский». И в честь этого знаменательного события «Маркшейдер Кунст» дают большой зачетный суперконцерт. 23 октября 2015 года в Центре современного искусства имени Сергея Курехина прозвучат новые и старые песни. Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проспект, дом 93. Возрастная категория 75+.